Забыл, кстати, рассказать. Прикол, хотите? Вчера идем в магазин с ней, ну, за хлебом, тупо, никого не трогаем. И женщина такая, я думал, с соседнего дома, такая наискось подрезает нас, ну, как будто сзади, знаете, сбоку так подходит и говорит, а чего, говорит, видео так мало выкладываете? Я сперва думал, это не нам, да? А она говорит, ну, у меня, говорит, родственница в Беларуси живет, и я, говорит, вас тоже теперь смотрю. Я, во-первых, не ожидал, огромная благодарность подписчикам, которые Спасибо. смотрят нас даже возле дома. Приятно, знаете, но вот не ожидаю, что возле дома тут чуть ли не соседи. Так вот подходит тебе с проходник. Первый раз увижу, клянусь. Спасибо вам, добрая тетя. Не переключайтесь, сейчас там дальше будет дебют, ее, прикол. А мне все же интересно, что будет, если соединиться это и, к примеру, вот это. И вот я такой теперь сижу и думаю. То есть получается, она раньше это все умела делать сама. Спрашивается, зачем? Зачем тысячами тратить деньги? Гля, так это она еще горячее не делала. Уже слюну пустил, думал, мне несет. А она мне дала, говорит, на, жри свое сало с редиской и луком. Аперитивчик вот это. Ай-яй-яй-яй-яй, не поверим. Для чего? Пусть история умалчивает.